Ребята, вот честно, сейчас рука дрожит, но иголка раскачивается в сторону нет. Свечка погасла, блин. Блин, и постоянно кажется, что там кто-то смотрит на меня. Я призываю сюда появиться полтергейста. Появись сюда и пошевели каким-то образом эту иголку. Всем привет, друзья! С вами канал Искатели Магии. Меня зовут Евгений. Друзья, сегодня пятница, 13-е. Это спонтанное видео. В принципе, я его не планировал, но все-таки я решил сегодня ночью отправиться сюда и провести там несколько экспериментов по вызову полтергейста. Если что-то реальное, мистическое существует, то сегодняшнюю ночью оно обязано себя проявить. 13 число. Вот уже сзади меня что-то там упало. 13 число считалось всегда плохим числом, а в древнееврейской каббале было 13 духов зла. В 13-м писании был упомянут Иуда, предавший... Охренеть просто. Вот сейчас вы... Я не знаю, такое ощущение, когда я стал читать про 13 число, подул ветер, и я не знаю, блин. Такое ощущение, как будто здесь реально не один. В общем, 13 число было всегда плохим. В древнееврейской каббале было 13 духов зла. В 13-м писании был упомянут Иуда, предавший Христа. К тому же в Тайной вечере тот же Иуда был 13-м сотрапезником. День страстей Господней пришелся опять же на 13 число. 13 глава Апокалипсиса говорит об Антихристе. В общем, везде фигурирует цифра 13, 13, 13. Сегодняшняя ночь тоже 13 число, пятница 13. Сразу скажу, что я это делаю для того, чтобы опровергнуть на самом деле, что есть какая-то нечисть, какая-то паранормальная активность. И если это реально есть и существует, то оно обязано сегодня проявить себя именно 13 числа в пятницу. В общем, план действий каков? Сейчас я бегло исследую эту заброшку, первый этаж, потому что перед тем, как... Кто эту песню поет? Видим какие-то подростки. Перед тем, как начать крепить камеру на штатив, я даже не успел ее, можно сказать, закрепить, я слышал, что где-то там вдалеке был звук, такое ощущение, как будто разбитого стекла. Возможно, здесь кто-то еще лазит, поэтому необходимо убедиться в отсутствии или присутствии посторонних. После того, как я здесь все исследую, надо найти здесь самую темную комнату и отправиться туда проводить эксперимент. Самая темная комната — это будет подвал. Так, пока что... Начинаем исследовать первый этаж. Что, я пока что взял вторую камеру, взял, которая поменьше. Первая камера с ночным видением. Я забыл аккумулятор, поэтому придется, чтобы она пока подзарядилась в машине. В таком состоянии находится просто полная разруха здесь реально. Отовсюду сквозняк, все капает, блин. Даже если здесь есть кто-то и лазит, то лазит, вернее, то, скорее всего, он уже убежал, потому что это какие-то подростки, они просто-напросто испугались. Сразу надо найти вход в подвал и начать эксперимент. Ага.
это, наверное, и есть. Здесь все капает. Я думаю, что вот эта вот комната подойдет, чтобы здесь провести эксперимент. Она замкнута, то есть в случае чего, если что-то вдруг здесь появится, то убежать отсюда можно только через один ход. Это, собственно говоря, вот этот дверной проем. Сейчас я иду в машину, забираю вторую камеру, все необходимые вещи для того, чтобы провести здесь эксперимент. Возвращаюсь сюда. Все, в общем, камеру с ночным видением установил. Так, это другая камера. В общем, смотрите, ребят, у меня есть такие три листка. Сегодня я собираюсь, значит, здесь сделать три эксперимента. Первый эксперимент, он будет самый простой. Я его нашел на сайте. Ну, в общем-то, все три эксперимента я и нашел на одном сайте. Ссылку, кому интересно, я скину в описании. Блин, да ну нахрен, здесь интернет вообще не ловит почти. А нет, вот поймал. Значит, первый эксперимент самый что ни на есть простой. Смысл его заключается в том, чтобы постоянно капает вода с потолка. Ну и все, на этом ни хрена не ловит. На этом сайт ни хрена не ловит. Блин, а? Конечно. Я помню его по памяти. В общем, смысл состоит в том, что первый эксперимент – это вызов полтергейста. Там написано, что это необходимо делать дома, в ванной комнате. Да блин, что это за херня там? Такое ощущение, как будто... сделать в ванной комнате, но я сейчас выбрал более жесткий вариант. Это такая вот заброшка, заброшенный подвал. Короче, там написано, что необходим для проведения эксперимента необходим листок бумаги, на нем начертить круг, что я, собственно говоря, уже и сделал. Вот такой вот круг. Но тут еще необходимо кое-что доделать. Там было сказано то, что надо, значит, снизу этого круга начертить линию, значит, черчу линию снизу круга. Так, одна линия. Потом, значит, там было сказано то, что две линии необходимо начертить, значит, в верхнем левом, в верхнем правом углу. То есть вот так вот. Так, одна линия здесь, другая линия здесь. Все, собственно говоря, готово. Получилось вот такое вот изображение. Линия снизу и две линии по бокам. Вот этот листок оставляется здесь на 3-5 минут. Я сам должен уйти на улицу. По истечении, значит, времени я возвращаюсь. По истечении 5 минут я возвращаюсь сюда. Если этот листок лежит на месте, ну, значит, эксперимент, соответственно, не удался.
Если полтергейст появится, то он должен этот листок забрать с собой. Блин, мне здесь очень не нравится, реально. Этот листок. Сейчас, значит, я ухожу на 3-5 минут. И возвращаюсь сюда. Как обычно, я не зарядил свои аккумуляторы. Точнее, я их зарядил, но аккумуляторы уже настолько хреновые, что они не удерживают даже 5 минут. Забыл сказать такой момент, сейчас зайду сейчас в здание, потому что ветер. Забыл сказать такой момент, значит, я нахожусь не в самом городе, это поселок, и здесь эта заброшка находится, можно сказать, на окраине этого поселка. Что я думаю, 3 минуты прошло, пора возвращаться. Оп, первый эксперимент не удался. Листок остался лежать на месте. Соответственно, полтергейст сюда не приходил. Так, ну что, хорошо. Сейчас, значит, приступаем ко второй части выполнения эксперимента. Вторая часть эксперимента называется «Вызов Люцифера». Ребят, ну это уже как бы серьезный такой, наверное, ритуал, или как правильно знать. В общем, суть такова. Особо там ничего сложного тоже, в принципе, нету, но здесь понадобится начертить, значит, мелом. Начертить мелом круг. Для этого понадобится нож. Нож у меня есть. Вот, и зажечь свечи вокруг этого круга. Зажег, значит, 3 свечи вокруг себя, значит, круг, втыкаю сюда нож, вы не представляете, как стрёмно это делать. Повелитель ночи, призываю тебя, приди сюда. Свечка погасла, блин. Это все просто-напросто накрутки, я скажу вам честно. Просто здесь идеальный сквозняк. Скорее всего, просто свечка потухла из-за сквозняка. Эксперимент показывает, что никого нету. Там капает вода. Ничего не происходит, как видно, но реально очень страшно все равно. В общем, последний эксперимент. Это эксперимент с иглой. Мне понадобится опять круг. Он у меня есть. Здесь уже надо будет немного по-другому сделать. А именно,
Значит, так, круг, как же там? Так, значит, вот так я все подписал. Так, тут да, тут нет. А в центр этого круга необходимо, значит, поставить иголку и держать ее за нитку. В какую-то сторону, ну да или либо нет, направить иголку. Что будем пробовать. Понимаете, иголка такая вещь, она все равно вот так вот я ее держу спокойно, и она болтается. Так, ладно. Сегодня пятница 13-е. Я призываю сюда появиться полтергейста или какую-то паранормальную сущность. Покажи себя. Дай мне знак. Если ты здесь есть, то направь иголку к слову «да». По-моему, ни хрена. Иголка просто движется, но она движется потому, что здесь, во-первых, сквозняк, и, во-первых, у меня немного дрожат руки. Так, ладно. Хорошо. Сегодня пятница 13-е. Если... Это бред, я вообще не знаю, что еще ему сказать. Наша сегодня... Сегодня пятница 13-е. Я призываю сюда появиться полтергейста. Появись сюда и пошевели каким-то образом эту иголку. Иголку не... Блин, мне постоянно кажется, что там кто-то смотрит на меня. Капли с водой упала прямо здесь. Здесь вода не капала. Капала вода только там. Это, может быть, это реально какой-то знак. Ни хрена. Ладно, хорошо. Я спрошу по-другому. В этом помещении я сейчас один. Ребята, вот честно, сейчас рука дрожит, но иголка раскачивается в сторону нет. При этом кто-то лазит. Лазит, по-моему, какие-то подростки, малолетки. Ребята, в общем, эксперимент я буду завершать. Буду закругляться, побыстрее отсюда стартовать. Реально, место очень такое страшное, стрёмное. Явно активности полтергейста я здесь не обнаружу. За исключением того, что иголка возвращалась на слово «нет». Может быть, засняли что-то камерой, не знаю, посмотрю при монтаже. В общем, увидимся позже. До новых встреч.